У жительниц Ульяновской области, вышедших на пенсию до 1 января 2015 года и имеющих детей любого возраста, теперь есть возможность изменить размер своей пенсии. Дело в том, что период по уходу за детьми будет рассчитываться по действующей пенсионной формуле в баллах. За один год ухода за первенцем женщина получит 1,8 балла, за второго ребенка 3,6 балла за год, за третьего 5,4 и так далее. Размер прибавки у каждого пенсионера будет свой. Он носит индивидуальный характер, эта прибавка. Она зависит от страхового стажа, от заработной платы, от суммы страховых взносов, от количества детей. То есть очень-очень много условий. И размер этой прибавки очень индивидуален. Это может быть несколько рублей, это может быть несколько десятков рублей, ну и даже в некоторых случаях несколько сотен рублей. В случае, если перерасчет окажется невыгоден пенсионеру, то размер пенсии останется без изменений. Заявления принимаются в управление пенсионного фонда и многофункциональные центры. Кроме паспорта, необходимо предоставить свидетельство о рождении детей с отметкой о выдаче им паспорта. Задать вопросы и записаться на прием в офис пенсионного фонда для подачи заявлений можно по телефону горячей линии 42 72 75. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульянской правды.